Друзья, здравствуйте! Сегодня 25 декабря, Рождество. Мы, конечно, отдыхаем в Таиланде, путешествуем. Сегодня у нас экскурсия на Самет. Занимаемся йогой, дышим свежим вкусным воздухом, пьем кокосы, много фруктов, купаемся, загораем, отдыхаем, расслабляемся. Мы были на прекрасных экскурсиях в храме Будды, на Золотом Будде. Был очень хороший шопинг. Медитации, конечно, очень глубокие здесь, потому что сама природа располагает йоги, медитации, хорошему общению, очень много позитива. Мы просыпаемся с рассветом, пока еще солнце низко, мы занимаемся йогой, глубоко расслабляемся. После мы купаемся в море, потом вкусно завтракаем, шведский стол, все включено. После завтрака мы отдыхаем, и когда солнце поднимается слишком высоко, когда становится жарко, мы в теньке слушаем лекции по йоге и по аюрведе. Причем лекции о здоровье, красоте, молодости и активном долголетии. То, что поможет нам сохранить нашу активность до последних дней жизни. После дневной лекции мы обедаем в хорошем индийском ресторане, который находится рядом с отелем. На территории отеля находится 4 бассейна, прекрасное море, далеко от центра, от шума, такая вот умиротворяющая обстановка. Даже музыка здесь очень такая спокойная. Доброжелательные тайцы всегда улыбаются, всегда очень приветливые. На закате мы занимаемся снова йогой и медитацией. Прекрасные медитации, очень глубокие, глубокий отдых. Вечером мы снова отдыхаем. Кстати, Тай меня поразил то, что изобилием своих фруктов. Очень много фруктов, разнообразие. Здесь кокосов очень много видов. Присоединяйтесь к нам в марте, будет здорово. Также тепло и хорошо. Мы будем заниматься йогой, купаться в океане, загорать, просто отдыхать в марте месяце, в этом же месте. Приглашаем тебя.